Хейоу, ребята, с вами Фибоначчи, мы продолжаем прохождение Shattered Pixel Dungeon. У меня есть таланты нераспределенные. Убить врага с показателем здоровья ниже 100%. Врага процентов. Если на максимум набрал, надо ли оно? Не экипировав его, тогда он перезаряжается медленнее. Вообще надо, чтобы он по максимуму перезаряжался. Но тогда можно какой-то артефакт одеть. На 9 ходов улучшения, когда использует артефакты. В принципе, блин, на 9 ходов это круто. Диапазон удара. Вот что, наверное, надо. Давай. Пару раз ее поднять. И будет все ништяк. Голоден. Так, мне сказали, избавляйся сразу от голода. Сейчас что? Подошел. Срубил. Подошел. Срубил. Сколько? 13. Я вот думаю, мне посоветовали, что чехол-то этот для палочек, да, там был у торговца. Не сгонять ли мне к нему обратно? Но сначала тогда надо золото дособирать, чтобы издать квест. Это, в принципе, и метательное оружие туда, да? Все туда. 4 палочки убрать. Как раз у меня проблема с местом. Броня вязкости. Да и вообще сказали, что оружие у меня говно. Избавляйся. Нужен меч, тебе двойной удар не нужен. И вообще сказали, пора уже, надо было тебе сдохнуть, сколько ты уже можешь жить. Так что, так, вот с едой как раз сейчас пока нет напрягов. Но он меня сейчас вдарит в ответ, да? Я уклонился в ответ. 100% попадание. Инвиз. Капец. Он меня сейчас может так врезать, что мало не покажется. А, это заход у него считается, да? Тогда все. Тогда на. Покойник, ты просто покойник, ты понимаешь? Это мимик. Черт! Тварь! Пока я к нему не дотронусь. О. Пока я до него не дотронусь, он ничего мне не сделает. Один плащ. Ой. Ой. Краб. Вот 15-е. Золото. Краб. На, скотина. Да, сейчас он меня паутину закинет. На, скотина. А теперь непонятно, копье полетит? Полетит. Куда оно денется? Все, в принципе, да? Так, а он разве не должен по две клетки ходить? Он меня запутал? Это? Палочка магической стрелы наполнила ваши палочки энергией, увеличив их уровень. Другие палочки, да? Ах ты ж падла. Ты что себе позволяешь? Вот, 15-е золото. По идее, можно валить, да? Заодно отрегенюсь. Обратный путь тут есть сюда? Ну, есть, но далеко. Посмотрим, может, что-то сейчас хватить, что продать. Летучая мышь. Она, в принципе, не сильная. Но вот золото я бы взял. 15 собрал. Летучку сейчас вынесем. Вот плаща нет. Да, если сейчас буду мазать, как лох последний, а я могу. Она ходит дважды, у нее скорость большая. Но я уклонюсь. Да. Четко. И золото. 284. Отлично. И возвращаемся. Возвращаемся на пару этажей вниз, если это возможно. Тебя бы убить на самом деле. У тебя причем-то что-то может быть. Опять. Еле.
Во-первых, у тебя что-то может быть. Это во-первых. Во-вторых, ты просто меня бесишь. На. Да что ты? Че он такой мощный? Он типа сейчас открыл дверь, должен быть это. О. Не должен быть. Че он такой зверь? Сколько у него урон-то будет? Один дистанция. Никакого, естественно, двойного удара. Блин, он меня сейчас накидает. Мне бы сейчас уклониться по факту. 5! Конечно, там брони херва тьма. Во, 12 урона. Сюда. Бей. Убивай! Красавчик. О, доспех. О, зелье силы. Мускулатуру выпить. Я силен, как бык. Это фиолет. Так, мне писали, фиолетовый 100% проклято. Ее надо лечить от проклятия. Но, тут у меня уже плюс один. Просто тогда мы ее продадим. Такая же. Я понимаю, была бы сильней. Была бы сильнее, еще куда бы не шла. Сколько у вас? 10. А, копье одно. А где второе копье? Вот тут. Нет, все, хана второму копью. У меня одно копье. Вот, я же могу наверх? Могу. Там два целых сундука. Там бы... Зелье левитации, да, мне надо? Но оно что же на сколько-то ходов? Где выход отсюда? Здесь квест. Так. Go квест. Как покороче. А вон и наверх. Ах ты ж падла! Ты что тут забыл? Подождем его. Так, есть у меня, нету у меня, ни хрена у меня нету. Ништяк! Без урона, без получения урона. Да, мобы ресуются, но, блин. Мне надо сбегать обратно, увидел врага. Класс. Это сильный враг. Так, но у меня есть еще другая палочка. Все, вот это не надо. Нет, нет. Ты не понял. Да ты не понял! Пропасть. Как ее поменять теперь? Он подошел сейчас и вдарил, правильно? Последний выродок. А со мной что-то произошло, блин. Ярость. Убей! Убей! Да убей! Я хочу сюда поставить другую палочку. Там еще отложенный урон. Пропасть. Что сразу в пропасть-то? Сколько там еще будет? 2. Вот это он мне врезал. Очень сильно врезал. Что, получится у меня за счет регенерации как-то вылечиться? Как эти менять? Ебугу, я не понимаю. Я уже забыл.
О, зажать. Вот сюда же можно вот эту руку, потому что мы сейчас сдадим, наверное. Да? Кузнец. Что он мне сделает? Дай, дай оружие. А, ну наконец-то. Лучше поздно, чем никогда. Конечно. Что так говорят? Что дальше-то? Вот. Лады, сделка и сделка. И вот что я тебе предлагаю. Я могу перековать два предмета, превратив их в один. Лучшего качества. Перековать два. Мечи опасно. Два жезла можно огненных, да? Или две брони. Но можно ли проклятую? Можно вот эту броню и вот эту броню. И что получится? И сейчас я вообще тогда могу без брони остаться. Один. И он, может, покажет, что? Два предмета одного типа. Походу, только два жезла. Вот так, да? Давай. Дай мне супер жезл. Плюс два стал. Ну и нормально. Вот и нормально. Это мы тоже заберем. О, и это мы... А это что? И это мы заберем. Это у нас ускорение. Очищение. Невидимость. Холод. Лечение. Пайков хватает. Но это супер пайки. Вот, съели. Все, хилься, бро. А ты вообще не бро мне. На, скотина. Гребаные мыши летают, 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 летают. Да сколько же можно. Так, дальше. Лестница. Блин, хоть больше никого не было, а? Прошу, все. Еще как-то будет, надо будет обратно дойти. А мне еще золото нужно? Может, он каждый раз это перековывает? Он забрал кирку? Забрал. Тогда золото больше не нужно. Так, здесь магазин, да? 11 этаж. Да. Вот. Вот чехол. Еда. Бомбы, возможно, пригодятся. До магазина еще надо добежать. Оттуда? Без разницы. А, оттуда там... Там ловушками перекрыто, да, по-моему? А не здесь ли была библиотека, которую поджечь можно было? Не, это было давно и неправда. Может, этажи, которые я уже прошел, там никого не будет? Я даже сам в это не верю. По-любому будут. Уже недалеко. Я на месте. Еще раз смотрим. Нет. Это. Трансмутация. Это заклинание содержит силы трансмутации, схожие с иными иными в алхимическом котле. Каждое заклинание позволяет превратить предмет или несколько предметов в золото или алхимическую энергию. А, расщепление продается в магазинах, а также может быть сделано с помощью алхимии. Дротик. Ослепляющий. Ослепляет жертву. Но они не дезориентируют ее, так что противник запомнит ваше последнее известное местоположение. Смазанные дротики постепенно становятся обычными дротиками при использовании. Два броска всего. Ты чё?
Магические карты. Известны все коридоры. Сколько у меня денег? У меня сейчас же немного. 2300. Зелье очищения. Все вредоносные газы в большой зоне. Выпив, вы получите временный иммунитет газом любого вида. То есть я смогу зайти в ту комнату. Метательное копье X2. Оно не стакнется с этим, да? Вот, футляр для... А, это для свитков. Но все равно можно его забирать. Потом, вот. Он вообще даже места не занимает. Вот здесь все будут свитки. Ярости. А это токсичный газ. Взорваться смертоносным облаком отравляющего газа. Возможно, лучше бросить и это зелье в кого-то, находящегося на расстоянии, а не открывать самому. На боссе, в принципе, поможет, да, если я использую вот временный иммунитет. Но не факт. Хватит? Хватает. Все, на выход. Обратно возвращаемся. Этот хер меня сейчас убьет. Надо лечиться. Опасно. Блин, он мне слишком сильно врезал. Вот и зелье лечения улетело. Ну, сходить надо было. Вот! Тут у нас все в ядах. Я могу открыть два сундука там. Сейчас, как назло, врагов не будет, да? Когда зелье закончится, появятся враги. Так. Сначала глянуть, это мимики или нет. Это не мимик. Несколько разных объектов. Токсичный клапан. Разряженный и больше не сработает. Но газ-то все равно везде. Должно быть, беспечный приключенец активировал эту ловушку годами ранее. Несмотря на ее неактивное состояние, она продолжает накачивать комнату ядовитым газом. И не похоже, что она когда-либо прекратит. Вам нужно каким-то образом защитить себя от газа, если вы хотите исследовать эту комнату. На сколько ходов? Будет написано. А так и не посмотришь, да? Ну что ж, выпить. Можно было бы еще зелье ускорения. Потому что мне получается... Ой, много ходов. Нужно новое оружие. Золото. Золото. Да что за невезение? Бежать. Я хотел траву еще забрать. Все. Но я успел. Фу, ништяк. Все. Обратно. Мимика я же убил. Мимика я же убил. Эти они потом все равно соединятся где-то. Там все обыскано. Пойдем вниз теперь. Здорово. Какого хера надо? Ах ты ж тварь! Она же два раза летает. Ты! Поганая! Тварь! Взяла хп, потратила. Ну чё за... О! Это у нас лечение, да? Мне сейчас оно сильно-то не... Блин, вот прикиньте, я бы раньше зашел, я бы зелье оставил, да? Если бы я посмотрел, что это. Сюда мне советовали бросать бурдюк. И он наполнится. Вот так.
20 из 20. Подождите, а я выпью все, все 20 же выпьются? ХП пока восстанавливается за счет регена. Вижу врага. Ага, куда? А что будет? Куда-то она ушла. А куда? Никуда, да? Пропала. То есть 20 воды. Это что такое? ДМ-200. Второе поколение оборонного оборудования дворфов. Создан для защиты дворфских шахтеров в пещерах и городе, который находится под ними. Оно гораздо больше и более громоздко, чем предшественники. И атакуется сокрушительными гидравлическими кулаками. То есть в упор. Более крупный размер ДМ-200 их главная уязвимость, так как они не помещаются в узкие тоннели и дверные проемы подземелий. Но дворфы смогли компенсировать неповоротливость ДМ-200 тем, что эти машины могут направлять свои токсичные выхлопы на отдельных врагов или врагов, которых им не достать. Че, он вообще непобедимый? К тому надо подкрасться и убить. Но надо просто, чтобы он меня не спалил, и все. Ловушка. А так... Здорово. Понимаешь, что ты умираешь? Понимаешь, что ты умираешь? Или что, нет? Умираешь. Знать бы, сколько у него хп, но судя по полоске, много. И что с этой машиной делать? О, это семечко. А, может и там было семечко, а не влага? Голод. Ну ладно, хп, допустим, полное. Но он меня как отделает сейчас. Тут золотой ключ. В принципе... Но все равно отсюда то, что выпадет, мне надо будет сюда подойти. И потом как-то бежать от него. Зелье лечения. Просто супер. Полился. Этот. Что за хрень? Почему так дебильно все работает? Это что? А. Она заряжает. Пойдем. И в двери. 6 урона. Сейчас ответка будет. Может быть сильная. Ждем. Он же хп теряет. Но он сейчас сам сдохнет. Да? Вот так их убивать надо. Ушел в инвиз и убежал просто. Мимик. Мимики для меня становятся какой-то проблемой прям. На. Две палочки осталось. На. Да что ты, шанок, паршивец. На. Отходим туда же. Он в двери. Бьем. Дальше инвиз. Потерял.
Ждем. Ушел. Ушел. Ну и все, он уйдет тогда. А, бьем. Желтый удар. Отходим. Он в двери. Ударит сильно. Ну, попадет, повезет. Попал. Ему повезет, не мне. Сейчас два удара было. Почему? Когда один удар, когда два, я немножко не пойму. Как вариант, но мне еще вон туда надо будет. Открыть. О, открыть, забрать и бежать от него. А вот и ключ. Он был в мимике. Тут жечь ничего не надо. Странное место. Просто свиток. И это у нас свиток чего? Проклятие снять. А чё ж я торговцу-то ничего не продал, а, дебил? Был у торговца, ничего не продал. Ну, вот это кольцо хорошее. 15. Защиты дает. Что это будет? Кольцо можно вот сюда ставить. За место еды. Которой сейчас предостаточно. Так, ну давайте. Так, там фиолетовое? Да. Читать. На. Ням-ням-ням-ням. Это круглая полоска металла, украшена сверкающим драгоценным камнем. Кто знает, что будет, если его надеть. Не проклято. Надеть. А, за место плащ теней можно. Кольцо живучести. Пока это кольцо надето, оно должно будет давать 17,5 защиты от стихий. А это вообще урона, да? Общего. Получаемый урон. Но не более, чем на 15%. Весь. Стихии, не стихии, и без разницы. Но стихии, в принципе, тоже полезно. Так, ну вот. Вот. Ужас. Да мне хана сейчас. А тот может через своего стрелять? Я думаю, нет. Так было бы нечестно, да? Сейчас и проверим. На. Падла. Я уклонился. Ништяк. Вот это плохо. Уклонился еще раз. Хорошо. А тут лучше в инвиз просто уйти, и пусть он сам дохнет. Причем стоять на месте, да? Он же тоже на месте будет стоять. И пойдем. О. Он ушел. Эй. Ах ты ж падла! Скотина, щенок, урод, выродок. На. Я в двери. Теперь ты в двери. Понял? Понял? Еще. А, ну вот враг. Что-то боюсь я ее бить. Эту штуку. Открыли. А куда я золотой ключ-то дел? У меня же был золотой ключ. А, я его не взял даже. Вот он. Говорю, был золотой ключ. Да, конечно. Вот и стоит за него... Ай! А он бьет-то не сильно. Но это, может, так получилось у него. О-о-о. Так, ну зачем его убивать? Все, дальше-то он не пройдет. Ну это опыт. А там его будет много. Надо много плащей на него тогда. Нормально его убить.
Вот, роса. Куда она пойдет? Она сразу хилит. Отлично. Огонь. Загорается. Ништяк. Угу. Там краб. Улучшение. Ну, броню продолжаем улучшать. Либо их пока скопить. Мало ли что найду. Что ты? А! Этого я даже не трогал. Тогда надо его потрогать. Взял два хода, подошел. Ну, хорошо, что он промазал. Еще раз. Пошел ты. Так, закидываем этого всем, всем, что есть. Ой, краб. Краб, черт тебя дери. Ты что тут забыл? Ждем. Он должен уйти. Нападла. Нападла. Больно, 12 урона. Ты охренел? Твою мать! Бич! На, скотина! Так, здесь помер тот. Не знаю, боюсь я ту штуку бить. Во-первых, долго. Там броник хер во тьма, наверное. Это еще один краб. Его я тоже, в принципе, боюсь бить. Семки собрать? Крабы сильные. Ну надо же убивать как-то. Вот так. Я лох. Надо было издали его закидать. Он же отравить может еще. Все, я его, в общем, пробудил. Вот так. Вот, он паутину швырнул, и все, что он мне сделает? Через паутину нельзя кидать? Лох. Понял? Так, ну что, убивать мне этого, блин? Здоровяка. Голод. А, тут еще. Тут еще. А такой ключ у него может быть. А может где-то в секретке прятаться. А где в секретке? Нету ничего. Только я где-то что-то не увидел. Вот тут может быть. Ничего нету. Так, где он? Вот тут он, да? О, приехали. Ты что, отхилился, что ли? Капец. Он мощный. Ну-ка. У него урон не сильный. И это радует. Пока не сильный. Но вот он попадает, конечно. Можно вот так. О, это была ошибка. Это была ошибка! Шаман идет. Он меня сейчас магией задолбит своей. Сюда нельзя вставать. Или он пока не может? Он бы уже стрельнул, да, если б мог? Через паутину не прострелить?
То есть, подожди. Конечно. Он может. 14. О чем я говорил? На кой черт я сюда полез? Гребаный паук сзади, конечно, все мне испоганил. Да это даже не дострелит. Заколдован. Это у нас что? Сосредоточиться на цели. Больше шанс уклониться. Да он меня сейчас просто отлупит. Офигеть, да? Один гребаный шаман. Сейчас не дай бог еще кого-то встретить. Ой, блин, ну что я дотворил? А такого ключа голубого нету. Нигде. Разве что тут еще какие-то секреты. А, он не все жрет. Давай. Нету. Вот он. Ты чё, падла вонючая? На! Скот, а? Гнида. Здесь я всё осматриваю. О. Паукообразный выродок. Чё ж ты будешь делать? Падла. Уклоняется. Уклоняется. По нем еще хрен попадешь. Жди. Раз. Два. Подождал. Стреляй. Да блин! Ты вонючая тварь! Сдохни! Ненавижу. Где-то я не нашел секрет. Вот тут. Чем дольше я тут задерживаюсь, тем хуже для меня же. Или тут я смотрел? Я везде смотрел, все, на выход отсюда, дальше на этаж. Оружие мне не падает вообще. Вообще нету оружия. Ноль. Еще один. А если враг в комнате, я могу спуститься? Нет, если, наверное, он на меня сагрен, да? Я не могу тогда. Нет, я не могу. Что мне с тобой делать, ты? Лентяй вонючий. На. Это слабо. Ммм, 17 урона, пожалуйста. Пустой. На выход. Ты капец! Просто капец. 14 этаж. Так мне до босса не дойти. Ловушки, да? С камнями. Обрушит эти камни на всю комнату. И ловушка не находится в какой-либо комнате. Сколько залпов? 5. Вот. Как мне посоветовали. Метай сюда что-нибудь. Парализован. На ту комнату или на какую комнату? Как она работает? Не дождешься, страшно идти. Парализован. А, тут я тоже в комнате, да? Прикольно. Вообще круто! Черт тебя дери, жри на! И это что было?
Взял. Что это такое? А, достижение. Ловушка нет. Тут скрытая была. The fuck! Там же нет ловушки. Золото просто. Меня эта ловушка может убить сейчас. Следующая. Это я никак не возьму золото. Вот это только. И вон то. Жестко. Зашел. На кой черт мне это золото, когда я до следующего торговца даже могу не дойти? На эту комнату, да? И дверь тоже считается комнатой. А как оставить дверь открытой? Да никак. Угу. Щит? Интересно. Просил оружие, дали щит. О. Чё, тварь? У тебя нахуй. Просто умри, пожалуйста. Сначала, естественно, надо этого убивать. Ничего он мне не сделает. Подходим. И накидываем. Щит я взять не могу. О. Круглый щит — это оружие ближнего боя 3-го уровня. Это оружие. Щит хорошо защищает от ударов и в трудную минуту может даже послужить вместо оружия. От 0 до 4 урона блокирует. А, оружие, которое еще и блокирует. Мне про это писали в комментариях. Но! Там было немножко все по-другому. Ты скотина. Просто скотина. Ну ты это понял. Так мне его надо в двери ловить. Он же сейчас будет здесь. Во, он уже здесь. 16 и 14. И все, и пусть он сам подыхает себе. Не, ну добить-то можно вот так. Опасно это было, но это было крайне опасно. Бери. Зачем мне такой щит нужен? Оружие, которое блокирует немного урона. В принципе, хорошо, да? Но 3-го уровня оружие, а у меня 3-го. Благодаря избыточной силе ваши атаки данным оружием будут наносить до 4 единиц дополнительного. Еду надо забрать. Он все-таки сильно бить может. Я единственное, там написано было, что он может бить вдаль. Как это вот работает? Мне этот щит и девать некуда. Хотя у меня уже 2 доспеха. 16-х. Тоже мне, блин, оружие. Да как находят 5-го уровня оружие? Мне написали, что мне нужен меч. Меча нету. Паука просто издали расстрелять. Расстрелял. Так, ну там 2 двери. Ждем. Да блин! Он пройдет мимо сейчас. Ну лучше вообще вот сюда подойти тогда, да? Исчезнуть? А, подошел. Он стоит. Он стоит. Допустим, уйду я. Сейчас уже плащ потратится. Потратился плащ.
Паук свалил. Вырубаем плащ. Но паука я уже разбудил, обратного пути нет. Скота мочим. Мочим скота. Паук пришел. Стоим. К сожалению, стоим. Подходим. Я говорю, подходим. Тогда отходим. А, у меня же там, наверное, две клетки можно было вдарить, да? Ну и сейчас он меня просто убьет. Вот этим ударом. Тем более я его так делаю. Где-то, хоть где-то повезло. Плащ. Думаешь, восстанавливается? Куда паук вот теперь свалил? Сколько восстанавливается? Паук куда-то свалил, и теперь доставит мне немало проблем. Я практически в этом уверен. Вот, если его расстреливать. Но опять, он сейчас как начнет стрелять. Господи, шаман. Тебя-то что сюда несет, а? Он уже сейчас отсюда будет стрелять. Что это? Как долго восстанавливается плащ? Жуть, как долго восстанавливается плащ. Один есть, уже можно жить. Кстати, еда. Давай, ешь. Да, мне сейчас лучше кольцо поставить. Вот их 4 есть там. Вот я поел. Тут еды, в принципе, хватает. Что это? Чистого света. Палочка сделана из цельного куска, прозрачного хрусталя. Она напоминает длинный кусок гладкого стекла. Цветные лучики света играют у навершия, стремясь вырваться вперед. Эта палочка испускает луч света, наносящий 1.5 урона и ослепляющий врагов. Свет также пронзает тьму подземелья, раскрывая скрытые двери и ловушки. Демоны и нежить загорятся чистым пламенем этой палочки, получая значительно больше урона. Но она проклята. Нет, подождите, у меня вот эта была такая же. Или синяя она была. Так, кольцо ставим. Надеть за место рог изобилия. Спит крепким сном. Ты мимик, нет? Это мимик. Но я его тут вдарю, да? Нет, я его буду открывать, я его никак не вдарю. Я его только тут бить могу. А с крабом сразу в упор драться такое себе удовольствие, если честно. Ну ладно, здесь можно сейчас врезать. Классно врезал. Еще раз врезать. Получить люлей. Убежать. Берег 2. Ждать. А я отравлен. Ну блин, он меня отравил сразу. Кто так делает? Что за твари так делают? Под дверью сидит. Вообще ушел. Как же больно они бьют. Так, свиток улучшения. Где мой свиток улучшения? Надоело. Ничего мне топового не выпадает. На. 1.12. Ням-ням-ням-ням. 2.16. Вот. Еще один. Ням-ням-ням-ням. 3.20. Все равно я игру-то всю не пройду. Я практически в этом уверен.
не сомневаюсь. Копье просрал. А потому что его утащили. Мое копье-то утащили. Не дай бог, он сейчас паутину швырнет. Раз. А надо сюда встать, наверное. Два. Нормально. Но мне еще на паука пригодится все, как бы. Если подождать, то паук свалил. Нас кот. Два паука. Да что ты будешь делать-то, а? Что ты будешь делать? Давай, трави. Есть. Убить. Можно съесть каждый кусок отдельно, а можно и все сразу. А может его не надо было одевать вообще? Может он тут нормально все делает? У меня, наверное, в комментариях где-то уже по поводу этого высказали, скорее всего, да? А я тупой хрен не увидел. А тут двери-то не будет, потому что этот там. Копье. Вот это надо выкидывать. Ну вот я, конечно, не продал ничего. Вот это выбросим. Да нет, вот, все. 2-8. А тут 4-12. Один хрен лучше той стрельнет. Выложить. Капец, подошел. А я сейчас возьму, он будет бить, да? Замечательно. Придумал. Ждем. Уходит. Вот, я взял. Ты никуда не пойдешь. Ой. Ну-ка, точно она не стреляет? Ну да. Однозначно. Все, он в двери. Отравлен. Чё такое? Куда делся? Куда делся этот хрен моржовый? На. Вот эта батарейка показывает сытость, да? Какая на данный момент есть? Ну-ка. А-а-а. Надо одевать, чтобы жрать. Или нет? Да. Нет, она всегда на половине, что ли? Навсегда на половине, господи. Две еды потратил. Ладно, надо тогда набрать сейчас. Заберем пока. Ждем, пока паутина испарится. Она вообще испарится? Сложные враги. Пусто. Два! Целых два! Мне одного мало, да? Их тут два. Нас кот. Вот, он не будет стрелять, возможно. Он, возможно, и не умеет этого делать. Видите, он ко мне идет. То есть, получается, нижнего я мог спокойно разматывать. Чальби, да? Спокойно разматывать издали. О!
Какой-то новый доспех. Так. Я, блин, вот только, да? Только доспех улучшил дважды, и мне тут бац, новый доспех. Все, ладно. Я тебя хотел выкинуть, я тебя выкину. 18 силы, 0.10. Слишком тяжела. Ну, 0.10, да? Тут было 0.8. Вот. 16 силы. Какая разница? Три двадцать. А эту бы я улучшил, было бы 3.22. Такой себе. Ну, в случае я вот это возьму. Но мне кажется, я не смогу туда зайти. Он мне не даст. Оу. Так, ну вот, да, ему перекрывает проход. Нет, он умеет. А, это все, что он умеет. И сколько будет эта хрень держаться, интересно? Ну, допустим. И тот проснулся. Да что вы будете делать? Надеюсь, он ненадолго вот эту дичь сделал. И вот что делать? Бежать? Не вариант. Ждать? Подождали. А сможет ли он сейчас прострелить оттуда? Сможет, наверное, да? Дверь закройся. Почему дверь не закрывается? Ага. Все. А теперь по этот нужен. Почему ХП не восстанавливается? А я в двери, я не буду как этот? Нет, это когда дверь открывается, да, типа? Десять. Вот дичь. Так больно бьешь. Уклонился. Ладно, хоть так. Мимо. Один. Убить. Супер. И левел 18. Как сложно. Как сложно мне все дается. Кольца можно. Тем более, что у меня их два. Посмотрим, как это работает. На три хода. Артефакт. Я постоянно использую артефакты. Глянуть, что тут. У меня два таких. Ключа. Железных. Такого нет. О. Нормально. И зачем я железный потратил? Ха. Блин, тут три зелья. А там сундук. А, погодите, у меня есть один. Три зелья. Серое, фиолетовое, желтое. Серое, это белое, а там серое. Мне их деть некуда. Зелье мне деть будет некуда. Сколько осталось? Два? Все, десять. Десять. Так, надеть. За место рога. А тут сейчас бац и золото, и все, и хана. И последний ключ туда потратить. А, или сундуки открыты. Сундуки вроде как открыты, да? Ладно. Была не была. Можно было посмотреть, мимик это? Нет, это не мимик. Так, ну ладно, хоть что-то интересное, а не просто фигня какая-то. Да... Так. Выложить.
Новая палочка. Проклята. Живой земли. Эта палочка сделана из странного камня с полосами светящейся желтой энергии. Камни, кажется, слегка сдвигаются, когда вы держите палочку, как будто они чувствуют вашу руку. Эта палочка создает снаряды из магических камней, нанося 4-6 урона. Затем камни возвращаются к владельцу палочки, чтобы создать вокруг него броню. Если брони достаточно, то при следующем использовании палочки она превратится в каменного стража. Палочка превратится? Это проклятие? Нет. Нет у меня проклятия. Проклятие! У меня нет проклятия! Ну все, я свой выбор сделал. Мне теперь только что? Открыть этот? Прочекать здесь. Прочекать здесь. И это начало. С ловушками. И вот. И вот. Привет. Ой, это сильный, да? Живая статуя, ну да. Так, где наша новая... А, она не, пока не особо работает. На. 6. На. 5. Ё-моё, сколько же тебя здоровит? Да хрена же, да? Ну давай с тобой немножко побегаем. Так, я не помню, сколько у меня... Дальность. Диапазон. 8-1. 6 клеток будет, да? Это когда на максимум. Больше ждать нельзя. Где твои 6 клеток, придурок? Господи. Он взял и в упор подошел. Зачем этот диапазон? Слушайте, меня эта статуя сейчас порвет, просто вынесет. Но вот тут мы его дамажим. И бежим от него нахер. Ой, надо было по кругу, да? А, там, куда я дальше побежал бы? Дальше-то все равно бежать некуда. Сейчас я, в общем, дождусь, когда меня зажмут с двух сторон. И все, хана. Надо вот сюда, наверх. Подниматься. А то меня порвет, мне кажется. Но урон вроде небольшой. Блокирует. Да жить можно. Да хорош! Поджог. Да чё ты за человек такой? Это моё копье. Эй! А ты чё за человек такой? Оставьте меня в покое! Он сейчас сюда подойдет. А, теперь он горит. Тогда хорошо. О. Ха! Лох! А зачем я его убивал вот? Тут просто статуя. Но я думал, может, у него что-то будет. У него же ничего нету. И здоровье 20. Топор? А не это ли это у него и было? Стоп. Он, видите, какой светящийся. Жареное мясо. Ну вот это вообще выглядит хорошим, а этот типа по нежити, да? Загорается чистым пламенем против нежити. Ну что, если выкидывать, то выкидывать вот. Ух, что за топорик тут такой? 16 силы, я могу его одевать. Вот это я понимаю, пушка. 4.20, не лучшая, конечно, да? Оружие ближнего боя 4 уровня. 16 силы у меня есть.
довольно меткая. Мазать не будет. Наложено зачарование пламени. Эти чары заставляют оружие извергать пламя, поджигая врагов и нанося дополнительный урон противникам, которые уже горят. Топчик! Супер! Хоть когда-то где-то мне повезло. Фух, теперь его улучшать надо. Можно было бы улучшение. А сейчас мы на этом и проверим. Можно было бы снять улучшение. Так, погодите. Если я по нему постреляю вот отсюда, то он будет ползти ко мне, правильно? Правильно. О, подполз. Молодец. Давай драться. Это как вынести мне? Горит. Можно выйти, он горит. Сколько он мне там дарил, говорите? Еще один урон. Блин, реген вообще не работает. Регена вообще никого нет. А я сейчас сюда захожу, и чё? И он меня лупит. Правильно? Он почти сдох уже, кстати. Дистанция 3. Понятно, он тпшится и бьет в упор. А я чё думал? А я-то думал, что все по-другому. На выход. Итого, у нас 15 этаж, и тут уже будет босс, и продолжим мы, ребята, в следующей серии. Ну а если понравилось видео, поддержите лайком, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые выпуски. С вами был Фибоначчи, и пока.